где-то здесь она пробегала. У меня сигнальчик тем временем. Офигеть, мне просто нет слов. Шок, это шок. Ну, чё гавкаешь? Всем привет, друзья. Сегодня в таком вот красивом лесу. Это под Киевом. Я копаю один без дружка. Скучно. Но ничего, будем искать. Снега уже, видите, не так много осталось. Вот так проходила старая дорога через лес. Я тут впервые. Разведка. Погнали. Вот хожу по краю дороги. Это старая дорога была. Вот так вот. Ну, пробки, пробки. Копано. И вот монитос. Совет. Поздний. 3 копеечки какого-то 60-го года. Ну, в общем, пока ничего интересного. Ну, хожу, дорога старая. Да, я тут далеко не первый, далеко. Ну, ничего, ходим. Птички поют уже по-весеннему. Опять же вдоль дороги. Еще даже не дошел, глаза сами видят кругляшки. 50 копеек, 10 копеек, 1 гривна, 1 гривна. Вот такой вот хабар глазами. Берем, что ж делать? Опять же вдоль той же дороги. Сигнал такой до 50. И думал, пробка, а нет. Канинка. Прикольно. Первая такая старая находка. Украшение конской упряжи. Берем. Канинка нормальная, зачетная. Забираем. Довольно-таки чисто. Следы есть. Копано. Шрапнели много попадается. Либо советик, либо шрапнель. 95%, что шрапнель. Тридцать выдай. Уже 49. Было 30 с чем-то. Так. Шарик. Вот он. Такой здоровый дуб. Возле дороги. По-любому его надо исследовать. Ну, не один я такой хитрый. Понимаешь, уже живого места там нету вокруг этого дуба. 100% люди здесь отдыхали. И вот они, копанные ямки. Видим. О, я тут, похоже, не один. Свежачок. Кабаны он. Приходили кабаны. Тут 2 дуба этих. И рылись. Блин, это свежее. Может, ночью. Все перерыто кабанами. А еще один дуб. О, кабанчики, а вот и коллеги. Видите, вот ямки. Что ж ты тут найдешь? И
видите, тут копано. Уже лет 20 копают, наверное. Надо уходить, наверное, от дороги. Хотя в дороге шансов больше. Теряли больше. И опять копано. А зачем тут закапывать? Тут не видно, не надо закапывать. Да, комрады? Киевляне. 45. Медная проволока. Старина. Берем. 80. Еще один дуб. Вот. Здесь мусорка. Вот шайба. Тебе и 80. Так, вода к эжектору. Вот такая вот вода к эжектору. Находка 80. Что оно такое, не понять. Кто знает, напишите. 39.40. Гильза? Или трешечка советская. Скорее всего, гильза. Или другой шмурт. Я опять же возле того дуба. Вон он. Шмурдяка здесь. Валом. 40. Опа! Монета. Вот так. Зачем я пин включил? Вот так и выпало. Трешка советская. Так, смотрим. Точно. Только подумал, что не найду советик. 31-й год. Ранний. Сейчас покажу на другую камеру. Наконец выскочила монеточка. Ранняя. Вот такие 3 копеечки. Берем, ищем возле дуба. А чё? Во уже. Вроде как накопал солидненько. Берем. Ищем дальше. Сейчас прозвоню еще раз эту ямку. Все. Закапаем. Отдохну немножко. Спина устает. Тут же возле дуба решил и перекусить. 12 часов 10 минут. Всем приятного аппетита. 5 минут и я в бой. Смотри-ка. Собачка. Все, отдохнул. Пообедал. Вот здесь были 3 копейки. Буквально 2 метра. Сигнал 19. Я вижу, что это монетка. И это рамочник или щитовик. Раз. Такой VDI. 20 копеек. 48-й год. Почистим немножко. 48-й. Ладно, покажу сейчас ближе. Вот такая монетосина. 20 копеек. 48-го года. Недалеко от трешечки. Будем здесь еще крутиться. Кто-то рассыпал. Берем. Вон трешечка, вон двадцатник. И еще один сигнал. Так. Слушай. Еще одна двадцатка. Здесь где-то проходят коммуникации какие-то. Прибор реагирует. Так, ищем.
где-то выкопал. Есть! Есть! Двадцаточка. Год не вижу, тоже такая же. А ну еще. Квадроциклы. Есть. О, движуха какая. Больше нету. Вот движ. Самолеты летают, квадроциклы ездят. Собаки гуляют. Вот вон и лес, и дорога. Косуля побежала. Я только глазами еле увидел. Не успел заснять. Блин. Прикольно было бы заснять. Она меня навряд ли услышала, потому что я в наушниках. Попробую удалиться от дороги туда, в ту сторону. Может, тут удастся увидеть. Смотрим. Где-то здесь она пробегала. У меня сигнальчик тем временем. Ёп! Капец. Вот это да, думал советик. Капец. Блин. Это колд? Ёпта. Слов нет. Так, онлайн достаю камеру. Вот, друзья. Вот такую штуку нашел. Серебро. Однозначно серебро. Смотрите. Шух. Ё-моё. Блин, я его не коснул. Это колд. Мне кажется, это колд Киевской Руси. Блин, а что он тут делает? Офигеть, мне просто нет слов. Шок, это шок. Честно сказать, мне нечем даже почистить. Сейчас буду как-то пробовать. Смотрим. Делаю фото. Блин, да оно блестит все. Вот это советик подумал.
Капец. Так, ну надо почистить. Воды у меня нет с собой. Тяжелая такая штука. Офигеть. А что она тут делает? Тут воды нигде нет. Блин, целая. Ну, друзья, вы это все видите? Пошел за косулей. Представьте. Хотел косулю снять. Я бы сюда никогда в жизни не пошел бы. Это далеко от дороги уже. Вот это да. Вот это коп. Принял неожиданный оборот. Или поворот. Как-то правильно. Слов нет. Грязь поналипала в эти штуки. И не видно всей красоты. Блин, а если он тут не один? Сейчас фоткаю, поделюсь в группе. Копьюа. Группа, вам привет. О, офигеть, я такого в жизни не находил. Только на картинках видел. Вот такая штука, друзья. Уже удалось что-то очистить. Вот так вот. Удалось почистить. Вот такая вот красота. Серебро. Я думаю, что это колд по Киевской Руси. Капец, он целый. Сейчас буду пикать тут еще. Искать вторую часть. Смотрим. Друзья, давайте посмотрим похожий предмет на сайте Виолити. По запросу Cold KR видим вот такие вот варианты. Есть и золотые, и бронзовые. О, вот похож на наш. Но видим, здесь он поломанный, а у нас целый. Сайт Виолити – это электронная платформа для покупок и продаж антикварных предметов, произведений искусства, ценных и редких вещей, а также других предметов коллекционирования. На сайте представлен огромный выбор предметов по сравнению с аналогичными ресурсами. Это дает возможность азартно поторговаться или просто приобрести практически все, что угодно в любой момент времени. Сделки на Виолити максимально безопасные, так как при оплате предметов покупатель руководствуется правилами оплаты Виолити с учетом рейтингов контрагента. Я и сам пользуюсь этим сайтом. Друзья, переходите по ссылкам в описании на сайт и ищите меня под ником GoldStart. А мы продолжаем. Друзья, ну все, эти находки идут просто в карман. Сюда ложится колд. Сохраняется целым и невредимым. Опа. Уже написал группу. Да, подтвердили, что это колд. Капец. Еще не прозванивал. Ладно. Будет сигнал, включусь. Вот здесь колд. Рядом сигнальчик. Ну, похожий. Но я копаю тут. Уже буду копать все. Похожий. Но далеко не факт. Так, пином надо. О, видите, рядом проволока. Такое. Ищем дальше. 21. Вот так я и думал, что советик ищу.
аккуратно. Вдруг это оно. Только что проволоку выкопал, так что. О, блин. Фольга. Вот вам второй облом. Ты чего? Чего? Эй, тихонько. Тихонько. Эй, эй, эй. Друзья. Свои. Свои, свои. Май, хороший. Хороший. Хороший собака. Все, все, молодец. Молодец. Ну, чё гавкаешь? Всё, всё, ухожу. Хороший, хороший. Всё, ухожу, ухожу. Вы чьи такие? Где хозяин? Ну чё гавкаешь, я ухожу уже, всё. Собака. Ну вы ж на зверей кидаетесь, а не на людей. Все, 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 ухожу. Пока-пока. Домой, иди к хозяину. Ну чё гавкаешь? Чё гавкаешь? Собаки прервали. Прервали коп. С GPS-навигаторами чьи-то собаки. Чё пришли опять? На! На. На еще. На. Все, нема, нема,
Нема, нема. Ну чё гавкаешь? Всё, нету. А, хороший. А! Идите уже к хозяину, иди, иди. Все, иди, нету. Ну чё гавкал? Ты уже покормил, что ты хочешь? Блин, ну собаки вроде уже ушли. Офигеть просто. Нападение. Минут 10 они меня пытались загрызть. Ну да ладно. Копейка, похоже. Копейка какого-то 50 непонятного года, сейчас посмотрим. Вот такая вот копеечка. Год не вижу через экран. Берем в таких хащах. Так, сигнал 38-39. Гиль закрыта. Проволока. Проволока. О, блин, даже не буду доставать. Фух. 45 ровно. Еще тут. Пробка. Киев. Берем. Сигнал невысокий. И монетка. Поздний советик. Пятнашечка. 61. Берем до кучи. Остановился попить чайку. Смотрите, какое место. Бурелома навалено. И горбы. Вот там, в той стороне, колт нашел. Вот почему оно тут и есть. Какая-то движуха была в древние времена. Банка, пробка, не знаю. Что-то очень. Что-то непонятное. Скорее всего, банка. Или пробка 62. О, лонгер. Вот так вот ищем. Глубокий черный сигнал на этом горбе. Решил копнуть. А, небольшой. Здесь еще война. Осколочки. П-8.
Пуговица, что ли? Да. Пуговица. Железная. А ты чудеса. Впереди что-то нашел странное. Там хибарка какая-то еще. Короче, загадочный лес. Капец. Капец. Кто-то что-то строил. Домик. Землянка. Сюда типа моей халабуды. Так. Ну это понятно. Давно уже разрушилось. Вот тут горбы. Вот тут реально надо ходить. Вот так вот хожу по лесу. А тут такая бумажка. Финиш 2 голубые. Вот здесь голубые финишировали. Судя из надписи, надо уходить. 68. Откуда ты тут такой глуши? Сигнал был 56, как пробка. Тоже возле дуба. Монетка. Походу. 20 центов. Фу-ху-ху. С конем. Литва, по-моему. Да, Литва. Офигеть, какой год. Что ты за... Что ты тут делаешь? Ладно, берем. 97-й год вроде посмотрел. Монета. Вопрос, что она тут делает? Что за неведомая зверушка? Что-то попалось. Вот М 5.56. Понимаю, это стреляли с помощью этого. Что оно такое? Кто знает, охотники есть, подскажите. Что это? Жесть. Короче, друзья, блуканул немножко. Пришлось навигатором воспользоваться. Вон, следы лося. Капец. Опять лось. Собаки были. Хоть бы кабанов не было. Только что вон там показывал следы лося. Сигнальчик на дороге и еще одна конинка. Такая резная, прикольная. О, офигеть. Так, по-моему, там еще сигнальчик был. Сейчас глянем. Да, есть, но что-то... А, не вдолбишь. Какой-то невнятный. Не. А что ж такое тут? Пуля, блин. Мелкашки. Рядом с кониной. Идем, идем. Такая дорога. Квадриками накатанная. Темнеет. Надо сваливать. Еще далеко. О, вид прикольный. Вон там старый лес с горбами, вот там я ходил. А это все молодняк. Блин, я не туда свернул.
вообще не туда. Блин. Сусанин. Ладно. Умань. С Умани бухло привозили. Вот такие вот находочки по монеткам. Вы все видели, все показал. И хит сегодняшнего дня и не только. Находка сезона. Серебряный колт по Киевской Руси. Кому понравилось, друзья, такое видео, ставим лайки и подписываемся. Я сюда еще вернусь. Всем пока. Пока-пока.